Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами, как всегда, я, Дезертир, и надеюсь, вам понравится мое прохождение новой игры Murder Soul Suspect. Я немножко поиграл, освоился и надеюсь, что все будет хорошо, что вам понравится. Ну а мы, собственно, потихоньку начинаем. Салем, штат Массачусетс. Наши дни. Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище Звонарь. Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема... Что означает изображение колокола от Макарии? Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не знает. Просьба стал своеобразной идентификацией маньяка. Очевидно, что о Салеме нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спер мой кошелек! На что ты стал взрослым? Мама, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это. Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Получил жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы, ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Уж если выкидываешь копа из окна, то будь готов к тому, что он тебя вздрючит. Ну, давайте пойдем и вздрючим этого негодяя. Да, досталось нам нехило. Так, открыть. Черт. Зараза, ручку заклинило намертво. Эй, аккуратнее лети. О, боже. Нет. Нет, 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 нет! Я еще жив.
Я все исправлю. Надо только вернуться в тело, тогда... Тогда, возможно, я очнусь. Так, попробуем вернуться. Вот так. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же! Черт! Кажется, у нас проблемы. Так, идти на свет. Ронан. Черт, так ярко. Ронан. Не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой. Джулия. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить? Я не знаю. Так выясни это. Ну, иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло? Тут около Ригл человек застреленный лежит, весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Пульса нет. Там повсюду битое стекло. О, и кровь. Черт. Дело дрянь. Да, я не буду отключаться. Поговорить? Эй, парень, ты меня слышишь? Конечно, он тебя слышит. Дамочка, пожалуйста. Я думаю, это глупая затея. Черт. Эй, ты. Эй, слышишь? Вернись. Что это? Так, а почему я не могу...
Так, окей. Призрак может проходить через объекты реального мира. А, не объяснили. То есть это не реальный мир, это призрачный, который выделен белым. Ой, кстати, тут остается наш след. Ну, там видели, да? Оу. Девочка умеет убирать преграды? Да стой ты, ё-моё, куда ты убегаешь от меня? Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых... Медорами повезет, спасешься. Какие дары, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь знать? Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. Хм. Почему я не могу проходить через все подряд? Как я мог застрять здесь? Мне казалось, у тебя были вопросы. Да, они до сих пор мне есть. А дверь ударился, а через все другое прохожу. Хм. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании... Ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. Как я мог застрять здесь? А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Какая-то информация. Обычные навыки и сложности остались у меня после смерти, но к ним добавились и уникальные. Способности призрака 1 из 4. Девочка-призрак. Как я могу остаться без будущего? Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Кто эти другие? Хотя нет, вон в ловушке. Если не закончу свои дела, то могу застрять здесь навсегда. Оу, это плохо. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличие. Смысл их существования... Поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Инфа. Так, если не буду осторожен, демоны меня уничтожат. Круто. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой, я еще хочу кое-что узнать. Твою ж мать! Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно, увидимся. Так, и, видимо, последний урок. Тот, кто хладнокровно меня застрелил, может, я должен разобраться с ним? Хм. Наверное. Так, следовать за девочкой сюда мы не пройдем. Через эти объекты мы тоже пройти не можем. Тут вообще какой-то непонятный дом, видимо, создала девочка. Ладно, давайте пройдемся вот сюда. Так понял, мы можем
спокойно проходить. Нам рассказывают, как бегать. И давайте посмотрим, что мы можем. Да, определенно вот наш след остается. Вот видите, мы проходим и оставляем след. Перейти в город. Ну, давайте. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ха. Зря ты прикидывался одним из нас. Ха-ха. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй! Эй! Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой. А дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Так. Выйти на след убийцы. Мне нужно исследовать здесь все, что только можно, и постараться узнать что-то новое. Попробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Вот бы узнать, о чем они говорят. Надо выяснить. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. Так. Нам нужно найти, как я понял, 8 улик. Надо бы изучить эти улики. Последняя сигарета. Последняя сигарета отличная. Наконец-то я бросил. Типа того. Шутник. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты. Какое странное дело. Столько полиции, а результатов ноль. Похоже, парни делают все, что в их силах. Какое странное Понятно. Дело. Он дальше повторяет. Столько полиции, а результатов ноль. Ну, прикольно то, что мы можем вселяться в разных людей. А вот, например... Почему мне достаются все эти мелкие дела? Скорее бы меня перевели в Бостон. Ах ты, жопа с ручкой. И чего копы такие молчуны? Ведь гласность им только на пользу. Потрясающе! Она как работающий электроверик. Я бы так никогда не смог. Хорошо, что я не коп. Не могу поверить, что прямо там лежит труп. Как это мы должны не волноваться, если они даже своих не могут защитить? Здесь никто ни за что не отвечает. Просто успокойся.
С людьми надо разговаривать спокойно. Господи, Ронан, даже посмотреть туда не могу. Но оказывается, не все купы относятся к моему герою плохо. Так, еще одна улика. Мой запасной ствол. Запасной ствол. Не помог он мне. Так, что-то еще. Оу, это слишком. Меня избили, выбросили из окна и застрелили. Кем бы ни был убийца, он точно желал моей смерти. Так, стекла. Осколки. Ну, можно и так назвать. Так, осколки оконного стекла, через которое меня выбросили. Гильзы. Стреляные гильзы. Убийца выстрелил в меня несколько раз, нагло, у всех на глазах. Ну, давайте дальше посмотрим. Так, нажать Т, чтобы осмотреть. Лейтенанта следует извещать о предварительном заключении судмедэкспертов, даже когда он не принимает участие в расследовании. Да не так уж и важна эта информация, это пропавшие жильцы. Пропавшие жильцы, наверное, они жили в квартире, из которой меня выбросил убийца. Обнаружено только оружие Ронана. Значит, другого оружия на месте преступления не нашли. Он застрелил меня из моего же пистолета, потому что сам оружие не носил. А вот это интересно, кстати. Что он узнал о моем убийце? Убийца застрелил меня из моего пистолета. Почему он не принес оружие с собой? Да, это действительно странно. Ладно, давайте дальше. Не знаю, что и сказать. Но почему со мной такое происходит? Я хотела прийти домой, поужинать. Эй, вы в порядке? Даже не знаю, что я вообще здесь делаю. Надо пойти домой, лечь в постель, укрыться одеялом. Так. Нужно каким-то образом ее успокоить. Тогда она точно все вспомнит. Так. Будь терпелив с ней. Она взволнована. Понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Хорошо, а что она думает? А ее мысли почему-то прочитать нельзя. Но зато повлиять можно. Оружие убийцы, обзор... Так. Запасной ствол. Нет, стоп. Не туда нажал. Он здесь не читает. Может, он что-то знает? Ага. Покинуть тело. Хорошо. Вселиться. Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан, не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. 7 пуль прямо в грудь, и правда... в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. И за что он меня так ненавидит? Так, ладно, посмотрим, кто еще здесь есть интересный. Скорее всего, новость уже разошлась по соцсетям. Ну да. Убийца ведь не вернется на место преступления. Хрен его знает. Можно мне пофоткать на телефон? Это законно? Вот сука. Люди, похоже, думают, что я в кино снимаюсь. Этого не может быть. И все же я вижу это своими глазами. Как хорошо, что меня тогда здесь не было. Это да. Возможно, тебе повезло даже. Так, окей. Что у нас здесь? Что у нас здесь можно? Теперь, звонарь. Я прибыл сюда как свидетель. О! Да, видела. Мужчина в капюшоне. На улице. Он смотрел на окно квартиры на 4-м этаже. Ага. А вот это уже... Уже зацепка. Свидетель считает, что убийца поднялся на последний этаж не случайно, а намеренно. И что там про звонаря?
Я прибыл. Итак, вывод. Убийца пришел сюда не просто так. Что он искал? В квартире наверняка остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стюартом. Итак, полицейские еще не вышли на след моего убийцы. Нужно осмотреть квартиру на последнем этаже. Что ж, это мы сделаем, скорее всего, в следующей серии. А сегодня и сейчас всем пока и спасибо за просмотр. Удачи вам, ребятки!